Время помогать людям! Спасибо! Дудух, вот, может быть, тоже увидите, как сейчас зарево будет. Тебе надо очень, говорит, быстро ехать, чтобы выжить, братан. Прям фантастика. И куда вот она направлена, нам туда ехать. Как вам такие варианты, ребятки? У наших женщин мужество больше, чем у нас здесь. Едем на войну. Началось с того, что не работает на Крымском мосту. К большому сожалению, сканер для машин, мы все вот так вот разбираем и вручную машинки перевозим. У нас 4 тачки. Мы перекрыли полностью это движение. И сейчас пытаемся успеть, потому что после 9 вечера Крымский мост не работает. У нас остался час. С добрым путь, с хорошим путешествием. Это моя машина уже пройдена. Ребята, это мы выгрузили третью машину, буханочку. Ой, кайф. Просто я вот думал, чем бы нам заняться. Разгружать. Это наша гоп-компания разгрузила последнюю газель, перетащила через сканер, не газель, точнее, пижошку с пилой. И мы готовы для отправления дальше. Фух, три машины уже перезагружены и осталась последняя. Ребятки, чуть-чуть. Машинку обслужили, маслица проверили, все отлично. Что, мои друзья, вот они, арочки Крымского моста, к которым мы подъезжаем постепенно. Вы можете увидеть, как все это здесь выглядит. Опа! Наша колонна, красота, самое главное, мы успели. Вот так вот все наши там пройден, ребят. В Крыму, ребятки, это Крымский мост, первая, вторая машинка синенькая наша, это Атанчик. Остановились здесь, сейчас будем заправляться полностью, посмотрим, сколько у нас есть. Главное, что все живы. Машинки, тьфу-тьфу-тьфу, пока все идет хорошо. И будем надеяться, что это была самая большая проблема, которая у нас случилась. Бензинчик заправили. Сейчас за кофеечком. Но самое интересное не здесь. Самое интересное... Нет, нам до стакана должны дать сейчас. Самое интересное происходит здесь. Здесь вот написано «Отбивные» сердечком. И такое не видел. Класс. Я тут давлюсь булочкой. Это вы чересчур. Да ничего. Давайте. Вообще огонь. Как твою дочку зовут? Анастасия. Вот Анастасия, тебя с днем рождения, тебя здоровья, счастья, долгих лет. Видео увидишь позже, но от души желаем, чтобы все было у тебя хорошо, как сейчас будет у нас у всех. Пацаны, чуть поближе, пожалуйста, а то как там получается... Пацаны, стейк, вот этих стейков 10 штук. Макс, иди сюда. Всем по одному 100%. Время 4-3. Мелитополь сейчас получается столица Запорожской области, да? Интересный вопрос из географии. Ну, короче, я хотел сказать не об этом, а о том, что здесь, видите, даже сейчас ночью идет работа, делают дорогу из, ну, чтобы именно сухопутный маршрут был в Крым с хорошим покрытием. Конечно, что Мелитополь у нас пока еще так вот подписан, но самое счастливое, что мы до сюда добрались в 5 утра и прошли все, как говорится, моменты. Пацаны что-то искали там в кустах. Что нашли? Мелитополь. Отлично. Мелитополь там. Мелитополь там. Так вот, в Мелитополе все светится. Уже 5 с небольшим. Комендантский час закончен. Идет небольшой снежок. И также припорщило по бокам. Но при этом и зелень присутствует. Очень светло, красиво, классно. Вот вам, пожалуйста, как выглядит город. Новым годом, Мелитополь. Красивая елочка. С утра, смотрите, уже посыпают дорожки в Мелитополе. Машинок уже много. Люди ходят. Блин, ну прикольно смотрится. С вами там местами народ собирался. Как будто очередь куда-то организовать тоже. Видите, уборка идет. Что-то новое. Видите, какие-то собрания. Я его прям постоянно вижу, что там, то там вот такой вот толпой люди стоят. Наверное, куда-то на работу их вахта приедет, заберет. Идем. Ребята, у нас первая точка отработана. Гитара и коробочка. Охотнику привет. Мы доставили охотнику гитару. Слушаем тебя. Как у тебя тут дела? Доброе утро, у нас все хорошо, да, как обычно. Это самое главное. За коробочку отдельное спасибо Екатерине и Ирине, это мои коллеги по работе. Что там тебе в этот раз пришло? У тебя самые интересные поставки. В этот раз у нас гитара для товарища, боевой товарищ играет на гитаре. Я не играю, поэтому так. А тут продовольствие, девочки заморочились. Себя решили от сердца сделать. Скажи, как у вас тут вообще? Тихо, громко? Какие ожидания? Здесь спокойно.
А ожидания вообще, чего, что там дальше будет? Пока не знаю. Будем ждать. Информации нет. Ну, мы тебя с наступающим 23 февраля. Чуть-чуть Спасибо. Осталось от души. Спасибо. Ребятки, мы ищем батальон Ямал, называется. Там позывной маэстро человека. Мы едем на блокпост, на котором стоит флаг, и будем через блокпост передавать вот такую вот посылочку. Кто бы знал в прошлом году, что буду возить ребятам с Ямала подарочки. Такие вот дела. Мы выезжаем с поселка, в который приехали, в котором 2 часа поспали. Впереди блокпост. Ребята, вот он, флаг Ямала. Мы нашли пацанов. Они попросили нам здесь оставить посылочку. Вот он, на маэстро. Это одна коробочка. Сейчас вторую сюда же поставим. 2 коробочки на маэстро, дорогие друзья. Вот он, флаг Ямала. Вот это круто. Самый главный опознавательный знак. Самое крутое, что я был на дыме. Вот тут, кстати, ребята, видите, солдаты наши суются в центре поселочка. Это говорит о том, что у нас здесь находится банк. И все пришли снимать наличку. Такая очередь. Миша уже улыбается, короче, тут девушка его заправляет. Всем девушкам улыбается. Товарищ Мишина жена, я бы на вашем месте ему по шеям бы надавал, да? Друга подставим? Нет, с туалетом здесь явно проблема, короче, ребята пошли искать места. Обычная типичная деревня. Не буду говорить, где это, но, кстати, людей много живет, прям битком. При том, что тут, да, так сказать, боя соприкосновений совсем недалеко. Вот так вот, людей ничем не остановить и никак не выгнать из их жилищ. Те, кто прижились, не хотят никуда уходить. Сходить в туалет и найдешь в туалете такую вещь и сходишь, как бы так из-за угла. Просто ее со стороны вообще не видно. Случайно так, бац, появилась. Ходили, мне просто дало, не было. Думали, что мы сейчас уедем и не заплатим за бензин на этой заправке. Не переживайте. Так, Ямал мы нашли, заправились. И сейчас ждем, чтобы наши пацаны все собрались в команду и отправляемся. Идет снежок, зеленеет лужок. Есть настроение, а это самое главное для нашего супер приключения. Едем в следующую деревню. Здесь самые, наверное, дорогие цены из всех, которые мы встречаем. Газ тут 30-ку стоит, в России мы дешевле заправлялись. Заправочки пишут, что ищут вот эту женщину. Вдруг кто что знает, может где-то видел. Нас многие смотрят. Вдруг поможем. Приехали на ЖД ветку, так сказать, а тут все перегорожено и никак не объехать, не проехать. Тут, я смотрю, ребята на Уралах нет-нет перепрыгивают, но мы на своих машинах, может быть, на буханке перепрыгнули, на легковых таких особо не смотрим. Теперь прикиньте, там круг несколько, 10 километров крутить, потому что здесь вот так вот. Жесть, конечно. На мотоцикле ребята могут это преодолеть очень даже легко. Здесь вот, видите, тоже развалы продают разную еду. Если кто-то, наверное, хочет подешевле, либо что-то свое реализует. Здесь, видите, нормально проехать можно. Ну, так придется нам ехать до трассы сейчас. В общем, километров 35 где-то круг получается. Хотя мы находились прям практически рядом с той деревенькой. Магазинчики все работают. Норм, техника пошла. Давай, рассказывай, что мы сюда привезли. То есть у нас есть для КамАЗа 25 тысяч рублей. Да, сейчас передадим. И это все наши ребята, которые находятся в КамАЗАС. Там тебе вот тоже доверенность, чтобы там смог денежки снять, забрать. Я вообще не знаю, что это. Что мимо танки ездят. КамАЗ, которому 25 рублей, да? Да. Да. Деньги отдали тебе? Да, да, да. Все передали. Все, вот это тебе посылочка. Вот оно все связано, забирай. Колесо, да? Прям все, 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 все. Это все вот на тебя. Ушло. Отлично. От кого? Не знаешь, откуда? Привет, от жены, любимой. А что надо сказать любимой жене? Люблю очень сильно, скучаю, хочу быстрее увидеть. О, что еще можно сказать? Это самое главное. Как вообще тебя ждуха идет? Да все нормально, все хорошо у нас. Как вот еще может быть? Дай бог, чтобы так и было. А так оно и будет. Вот смотри, искал, вот тебе касатик. О, спасибо. Тут постиранный. Парни, я вам еще мешок назад передам. Угораете, да? Мне постираться просто. Отлично.
Так, еще кому-нибудь привет от тебя будет? Родителям. Всем, кто меня знает, кто может увидеть там меня, не знаю. Ну, больше в принципе. Да всем. От души. Это самое главное. Скоро придем. Писаренко, у нас нашего посылочка. От кого тебе посылка, скажи? От жены. Что надо жене сказать? Жене спасибо большое. Тяжелое. Всем спасибо, кто помогает. Возят. Блин. От души. Ценим. Спасибо. Спасибо. А это картины детки рисовали от Гаммы. Он уже вот с этим сфотографировался. Ты вот так сделал. Не-не-не, блин, я пошутил как бы. Не надо так делать. Вот так вот посылочка для монаха от жены. Что надо сказать любимой жене, которая тебе постоянно присылает посылки? Я ее очень сильно люблю и очень уважаю. Спасибо большое. Жене привет. Посылочку привет, нашли. Жене. Спасибо большое всем родственникам, всем родным, всем, кто за нас беспокоится. Спасибо огромное. От души. Ваши пирожки с капустой мы отдаем ребятам. Я надеюсь, что они их покушают и будут довольны. Так точно. Так точно, будем довольны, с удовольствием поедим. Всем привет, спасибо огромное. Окопные свечи передаем ребятам. Говорят, что тоже нет-нет их используют. А греют они или что вы на них делаете? Освещение в основном, да. И немножко греемся иногда бывает. Когда мы переезжаем с места на место, сразу не получается организовать обогрев. Угу. Тогда они помогают. Спасибо, ребята, за сладости. Будем пить чай. От души. За пирожки больше спасибо. О, смотрите, человек, который прям сразу же ест пирожки. Я съел сегодня, я голодный. Почему? Не кормят. Вот, вот, жрать не дает. Вот, отдай ему сладости. Я старшина 9-й роты, позывной Локи. Они даже от тушенки отказываются. Привирают. Еды вдоволь. Голодный, как сволочи, не жранши. И спасибо большое за вашу помощь. От души. Старшина не дает еды. Ты вот сейчас так говоришь, а ему догоняй потом будет. Это шутки, ребята, все нормально. Пожалуйста, сделали баню. Приходят люди, купаются, все нормально, стирается, машинка есть. Слушай, но как минимум они сказали, что им здесь нравится больше, чем на прошлых позициях. Это уже хорошо. На прошлых позициях мы были в жопе, если честно. 100 раз больше нравится. А здесь нормально приехали условия. И как бы и было, и там было все нормально. Все обустроились, все хорошо. Скажите спасибо нашим волонтершам, девчонкам. Спасибо девчонкам, женам. И я хоть не анапский, но у наших женщин мужество больше, чем у нас некоторых здесь. От души. Это прям вот то, чего они ждали, чтобы такое. Так что, девочки, кайф. У нас кто? Ёжик. От кого тебе посылочки? От жены родной. Что надо сказать родной жене? Люблю, целую и доченьки. Все, удачи вам. Самое главное, берегите себя. Все у меня хорошо, нормально. От души. Прям вот красавчик. Пришел такой, всем привет передал. Офигеть, ребята. Блинчики. Оладушки. Хлебушек. И самому голодному. Сиротиночка, кушай. Если бы есть, яички кладите тоже. Мы тебе яблок дали, вон ящик. Это ему, он витаминов не хватает. Да, повару сразу. Мясо, яйца мне, масло. Яблоки, карамельки, все ему. Наши ребята, кому мы помогли, кому привезли помощь, это одна из групп, которым она достанется. И они вот хотят всем девочкам нашим передать привет, сказать большое спасибо. Девочки, спасибо. Время помогает людям. Спасибо. От души, ребят, вам мирного неба, скорейшего возвращения домой. Ура! Ура! Молодцы! Вот он позатив. Спасибо женам нашим, девчонкам, матерям, сестрам, всем, ну, за то, что вы нам помогаете. Мы будем поддерживать вас всегда здесь. Если у вас будет все хорошо, у нас тоже будет все хорошо. Вот именно так и должно быть, чтобы тыл был крепче, чем да. Здесь, чем ребят. Фронт, да. Да, но так и должно быть. А тогда мы продвигаемся, будем, ну, работать так, то, что от нас ждут. Мы хорошо будем делать это. Спасибо вам, ребята. Как все тут разносилось. Все разнесено. Вон, видите, прям сверху вниз прилетел снаряд. Дырка в потолке. Оттуда оно и горело. Уничтожены склады. Рассказывать, где это, посмотрите, как оборудуют ребята все позиции. Очень круто смотрится. Это мы стоим здесь, блиндаж, то есть закопаны. Все усилено. Смотрите, какие бревна. Все очень круто. В сторону отведена труба.
Вот за эту трубу будут ругаться с коптером. Мы все видели, как скидываются в такие трубы. Но я думаю, что все будет хорошо, вот как там. И здесь, вот видите, все это соединено. Прям очень прикольно выглядит. Это предложили вместо гильз взять вот такие вот снаряды БМП-3. Рабочие, да, нормальные. 7-миллиметровая пушка. Она что, там что, там стоит. Жуть, вот. Я не представляю, как они разносят, да? Ленту на шкаф повесишь. Вот огонь просто. Ну ладно, мы для детей возьмем такие вот на память. На самом деле, вот, чтобы вы понимали, насколько это огромные гильзы, насколько это мощное оружие, насколько оно уничтожает людей, как щепки просто. Да оно даже их не замечает. Оно пробивает броню. Вот так вот. Жора разжился. Вот, представляете, счастье-то какое. Вот, как раз-таки оно и стреляло. Да, БТР-3, вот этот, стреляет такими. Гильзы. 125 калибр. Вот еще снаряды. Еще снаряды. Так, ну тут все не получается, все можно стрелять. Ну, возможно и можно. Использованных нет, короче. Это по большому сожалению. Вот еще. Ну такие, ладно, мы брать не будем. Уговорил. Приятно с парнями пообщаться и убежать. У меня, правда, отжали свекольник. Другую машину я искал, думаю, да что такое. Ну, будем надеяться, что все будет хорошечно. Расскажут, как он там по вкусу. Это мне пацаны говорят, заедь, возьми еще один. Там не жалко. Понятно, им хочется чего-то домашнего, как пирожки, потому что к этой еде они уже привыкли, и она уже даже поднадоела, я так думаю. Двигаемся дальше. У нас здесь еще одна точка выгрузки есть. Отдадим ребятам еще посылочки. Сейчас разгружаем Борода. Арарат у нас. Еще. Парень еще не познакомился. И потихонечку добиваем. Смотри, у тебя от кого вообще подарочки пришли? Как тебя зовут? Представься, откуда? Зовут меня Грайер, я из Витязева села. Уже второй раз Юрий мне привозит посылки. Уже в другое место, да, переехал. Уже в другое место, уже переехали в другую деревню. Большое спасибо всем. Скажи, как тебе здесь вообще, в этом месте? Вообще, мы пока в шоколаде, можно сказать. У нас тут тихо, мирно, без боевых действий пока. Все хорошо, спокойно. А вот то, что вот все говорят, там четвертое, пятое будет горячо и так далее, вам ничего такого не говорят? Пока что тишина, нам ничего такого не говорят. Ну дай бог, все что будет просто хорошо. Так и оставалось, как говорится. Не переживайте, всем анавчанам, всем большой привет. Мы скоро вернемся, все будет хорошо. От души тебя спасибо большое. Сестру скажи, сестра дорогая, благодарю тебя. Сестра моя, отец, все, кто вот отправляли мне вот эту посылку, всем большое спасибо. Знаешь, как я счастлив, что она до тебя дошла, и да. вот это самое важное. Счастье прям срывается от меня. От души. За мной Борода, сам с Крымского района. Угу. Посылку получил от жены Наталья. Спасибо, дорогая, солнце, люблю, скучаю. Надеюсь, скоро вернусь домой, все закончится. Хочу передать большое, сказать большое спасибо Юрию. Юрий привозит посылки неоднократно, лично в руки. Без происшествий, что называется. Спасибо большое. Ну и всем вам, кто поддерживает нас. Смотри, у нас вот девочки, называется группа «Время помогать людям». Вот можешь прямо сказать «Время помогать людям». Девчонки, спасибо. Девчонки с группы «Время помогать людям». Низкий вам поклон. Спасибо вам большое за поддержку, за внимание, за любовь. Без вашей поддержки никуда. Все у нас будет хорошо, потому что по-другому быть никак не может. Скоро вернемся домой с победой. Всем вам спасибо. От души. Спасибо. Ребята, смотрите, сами пригнали, добронировали, подняли окна повыше, чтобы не залетало к ним ничего. Их можно показать прям, как это подписано. Тихий огонь. От кого вам пришли посылочка? Что ты хочешь сказать своим женам? Большое спасибо, все дошло, все отлично. Все как вам здесь живется? Давай, все хорошо? Отлично. Вам скорейшего возвращения домой. Дальше. Посылочки Седова забирают вот ребята, земляк его, на вот этой вот машинке. Все, это шикарно. Еще один точка у нас закрыта. Вот он, оффроад настоящий. Буханочка. Максимка красавчик сделал. Это прям супер подзывной.
Кто тебе посылочку передавал? Вот Михаил передал. Нет, я ее привез. От Дениса. Денису привет. Денис, привет. Все, спасибо большое. От души. Вам хорошего здоровья. Мирного неба. В Васильевке, ребятки. Здесь идет такая более-менее жизнь. Хотя машин не особо видно, но все равно, так сказать, не бросается в глаза никаких последствий войны. Работают магазины, супермаркеты, люди нет-нет ходят, дедушки разговаривают на улицах. Приезжаем в центр. Это в центре находимся сейчас. Вы посмотрите, как сильно посекло дом снарядами. Жуть просто. Эти последствия, конечно, прям вообще очень страшно смотрятся. Пошли уточнять улицу, потому что на карте у нас нету этой улицы. Алексей сейчас все уточнит, узнает, и мы будем пытаться найти в поселочке впереди это место. Нашли одно название улицы, просто хочу приколоть, как тут бац выглядит. Улица узенькая, тут военные, и мы все щимимся куда-то. Парниша, посылочка приехала, разбудили, он снаряда только пришел, но все будет хорошо, мы ему сейчас ее отдадим. Я Пленаш, Ольга Логачева, теща моя, спасибо вам большое. И Томми, жене моей тоже спасибо. Воздушный поцелуй, теща. Дорогая, любимая теща, спасибо. Жене лучше. Нет, я тебе честно говорю, лучше теща. А посылку тебе сейчас передала. Подожди, пару слов, как вообще житуха, как все? Ну, мы здесь находимся, как бы вот недавно сюда переехали. Вроде все спокойно, до этого были в другом месте, ну тоже было спокойно, нормально. Вот. Если так, то фронт здесь довольно-таки, ну, можно сказать, недалеко, 20 километров всего, можно сказать, рядом. Ну, как бы стараемся не расслабляться, несмотря даже на столь мирное время, стараемся как бы все равно быть на стороже, также ходим в наряды. О, слушай, а как местные жители тут вокруг вас? Местные жители, знаешь... Они как бы делятся именно непосредственно здесь, если брать, да и в других городах, жители делятся на два лагеря. Одни как бы за нас, другие против нас. Но есть, и знаешь, и не наши, и наши, мы ваши. Как бы я не знаю, с чем это связано. Может... Слушай, знаешь, с чем это связано? Я в одном месте встретил, сказали, где больше платят. Нет, здесь, наверное, не в деньгах дело, хотя у них здесь работы сейчас нету вообще. Единственное, походу, у кого деньги есть, только мы. Вот. Ну, а так, в принципе, кто-то хорошо относится, кто-то плохо. Слушай, а вот ты за деньги сказал, с деньгами снять, там, купить себе что-то, нет проблем? Здесь город недалеко, 40 километров Мелитополь. В принципе, можно выехать, снять. То есть, ваше начальство организовывает вам все, и все вы делаете? Конечно, да. То есть, наше начальство нас обеспечивает. Все, я очень рад это слушать, там, хорошая, легкая служба. Скорейшего возвращения домой от души. Да, вот это самое главное. Спасибо. Вперед. О, это походу терминатора повезли. Что это такое? Пушечка. Широкая. Здесь мы оставляем посылочку на Балу. Все нормально, все координаты, которые он оказал. И позывные, так сказать, людей совпали. На Балу мы выгружаем, оставляем у ребят. И у нас остается посылка в основном только уже к Аксу. Плазма, это прям вот очень важно, чтобы мы ее довезли. Всем интересно, куда ее будут устанавливать прям. И мы с ней мучаемся, видите, чтобы она нигде не пострадала. 100%. Вот, ребятки, смотрите, L50. 50-дюймовый телевизор. Да. Вот это, ребята, все, что остается после войны от техники. Представляете? Жуть. Получается, заграждение, если кто-то будет ехать, дорогу перегораживаются и взводятся, и все. Это от нее башня, представляете, насколько она отлетела, ребята. Так вот. Офигеть просто. В ту сторону мы до Коли тогда ездили, до Барсиков, помните, на передовую. Но в этот раз сказали, что туда лучше не ехать. Мы через АКСУ передадим вам тоже и генератор, и все остальное, так как... Там было все очень страшно. Ну, а ориентир, конечно, вот он. Ребята, мы спускаемся на какое-то поле, куда-то где-то, где сейчас наша машинка найдет свою жизнь. А вот это наши пацаны, которые очень сильно ждут.
Ты готов знакомиться со своим автотранспортом? Как всегда, да. Всегда готов. Это все хорошо. Акс воды надо. У меня в машине для Акса 4. Ребята, тестируют его. 220, находится 4. И первый тест. Драйв. А он дверь не закрыл. Надо научиться сначала дверь закрывать. Это причем без каких-либо там приключений, подключений. То есть это уже место под что выкопано? Это местечко уже под УАЗ-буханку. Здесь сделаем массеть, уже есть у нас все дела. Сюда все. Она будет загоняться, закрываться и все. Шикарно. Прям под землей будет жить. Нормально уже. Спускаемся. Мы уже здесь неделю кайфуем. Блядь. Кайфуем? Да, поэтому... Ребят, кто хочет покайфовать, приезжайте. Так, это нам надо. Мы да. Собираем для детей, но же вам все равно не надо. А, по лесенкам спускаться. Работает генератор. Один, второй. Разветвленная сеть. Начнем с жилого помещения. Давай. Добрый вечер. Вечер добрый. Пошли. Какой день? Да, вечер. Тепло, хорошо. Свет есть. Все дела. Ох. Слушай, тут прям вообще хорошо. И запах дерева вкусно. Слушай, а чуть прогнулось. Ну, почему? Земля, да, есть, давит. Земля давит, поэтому. Ага. Бревна не дадут сильно. Ну дай бог. Чтобы все было хорошо. Вот так вот выглядит именно позиция, ребят. На сколько человек здесь один есть? Помещается? 10 человек размещается. Можно вместить при, как говорится, человек 15, это так, что если уже негде будет. Буржуечка. Человек 15. Все понял. Для меня место держите, вдруг мне надо. Место? Да. Ну, вот там вот внизу. Есть, вот, окей. Прямо. Вон или там, слева, да? Слева или справа? Не, отлично. И идем. Так сказать, кушаем, пьем. Приятного аппетита. Как могли. Мы еще не полностью обосновались. Все в процессе, да? Так, сколько человек? Сколько кружек? Слушай, 8. Макарики будете только горячие сделать. А кто такие макарики? Сковородки открой. Макарошки. Слушай, буду. Будешь? Мы сегодня, честно, прям проблем, с удовольствием. У нас даже есть еда. Сейчас мы отправим наших тоже и вместе покушаем. Стоит, да ладно. Это как? Это где вы взяли такую раковину? Это нормально, мы пройду. Круто. Тератор, все вот дела, видите, здесь у нас плита такая и... Своего рода умывальничек подогреваться. Оп. Ну, а, он еще и с горячей водой? Конечно. Слушай, это ж просто огнище. Поляк это как? Баллон хороший. Умыться, отмыться, это уже хотя бы так. Баньку не сделали себе еще? Банька у нас туда чуть дальше. Надо сходить. Метров за 200. Пойдем. О, макарошки. Давай сахар, клади. Мы сюда выгнали. Мы здесь обосновались буквально часа за полтора, чтобы переночевать. Даже мяско есть. Ну как ощущения? Слушай, ну мы целый день голодные. Ощущения, блин. Последний раз в 11 вечера. Чинюхи где-то были там, да, южный пока. Зато как кайфовали, да? Чтоб целый день быть голодными. Пушка, просто пушка. Спасибо ребятам за вкусную встречу. Там очень круто. Как твои первые эмоции? Просто зверь машина. Молодцы, парни, спасибо большое. Все хорошо. Надо сказать, Максим, дорогой, любимый, целую, обнимаю. Ты красавчик, и твой сын тоже. А сыну мы вот такой вот подарок заберем. Он очень просил. Он отстрелянный, так что ему будет вообще приятно. Ну, я рад, что понравилось. Так, на встрече. Ворон! Ну, нахуя, ворон! Телевизор, блядь! А где будет телевизор? Панда едет, выйди, забери у него воду и сок. Мы еще заказывали, когда на хате были. На всех, да. Туда, сейчас. На всех воду и сок, и все. Здесь его место найдем. У нас теперь место депутата занимает Михаил, и сразу есть. Не, я просто кофе. Да ладно тебе. Так, ребятки. Ох. Как. Ух. О, все, я здесь остаюсь. Ребята, здесь тоже у вас. А где вы таких кранов набрали с подогревателем? Слушай. А?
Краны прикольные, я такие даже раньше не видел. Выдали. А то есть это Минобороны? Сверху оборону нам выдали. Офигеть. По газовому баллону, по газовой плите, по умывальнику, вот куб выдали. Это вот реально? Реально. Вообще прям приятно. Печечка стоит, то есть здесь растапливается, видите, на пакете конденсирует вода, и вот ребята сделали настил, вода стекает туда, здесь помывается, да, переодевается, сушится, все прекрасно, все классно, то есть шикарно, я прям рад, что, и вот когда такие вещи, мне говорят, что Министерство обороны, смотри, нам, блин, все сделало, это вообще прям приятно. Так вот, ребята встречаются со своими дорогими братьями, привезли подвоз еды. Краски вот для ребят. Не там, опер, не там, куды показывают. Все отлично. Огурчики. Говядина высший сорт. Продегустируем. Борщ, это с концентрата делается? Тушенка с салом. Ну, сало это дополнительно. Он не засланный казачок? Не засланный. Одни уже на передке, его съемщики, блядь. Нормально, слушайте, там вкусно. Он напоминает по вкусу свекольник. Ну вот мелкая такая нарезка. Овощи очень-очень-очень приятные. Сейчас, подожди. И вот под сало еще. Отлично, спасибо. Так, дорогие друзья, мы стоим. Исторический момент. Очередную машину передаем нашим любимым ребятам, которые выполняют свои боевые задачи на передовой. Будем надеяться, что этот подарок от шахтеров Кузбасса принесет вам только пользу. Нам этого, по крайней мере, очень хочется. Помимо всего, у нас есть кого еще поблагодарить, кто вообще участвовал в нашей вообще всей этой движухе. Мы ее еще не закончили, и вы посмотрите в продолжении нашего видео. Но вот именно в этом месте мы хотим сказать огромное спасибо. Вот я начну. Шахтеров Кузбасса. Шахтерам Кузбасса, да, отдельное спасибо, огромное, прямо огромное. Также мы хотим поблагодарить Анапский индустриальный техникум, ЖК Красная площадь, участников движения «Время помогать людям», магазин «Стандарт Кровля», магазин 220 вольт за предоставленные автомобили, школа номер 2, 4 класс, школа номер 6, ВИЧ-лаборатория города Анапы, автокомплекс «Авторитет», автокомплекс «Вектор», кстати, который подготовил вам автомобиль, который будет вам очень долго служить. И личное спасибо Максиму. Максу. Макс. Техника «Огонь». Магазин АКБ «Центр». Торговый дом «Пирамида» за предоставленные стройматериалы. Участников движения «Время помогать вместе». Магазин «Планета», «Гаджет», город Москва. Особая благодарность семьям Пинских, Рычковых, Кремер, Никиян. Магазину «Солист» за музыкальный инструмент, гитару, магазину «Теплодар», город Крымск. Вообще, в принципе, всем огромное спасибо всем участвующим, кто помогает морально, материально. Ребят, вы все красавчики, все мы делаем огромное дело. Я думаю, что мы победим обязательно, все будет хорошо. Девочкам «Время помогать людям» огромное спасибо за то, что они проделали эту большую работу, укладку, выкладку, с сердцем, с болью, как говорится, все это было пережито и доставлено сюда. Девчонки, вам тоже огромное спасибо. Ну и самый большой респект, конечно, Амазазбу Арсеновичу Эйрияну. От души. Время помогать людям! Ура! 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 Ты знаешь, у нас так звучит, ты просил, получил. Ты еще за руль не садился, вот он ездил, он уже сказал, что ему все понравилось. Огромная благодарность за предоставленную машину, спасибо большое. Как говорится, слово сдержали, пообещали, нам эта машина очень необходима здесь. Особенно сейчас. Особенно сейчас, в полевых условиях, да. Поэтому огромное спасибо Юрию Азаровскому, спасибо огромное Амазацпу. Спасибо огромное всем, кто подготовил эту машинку к полевым условиям, сделали ТО полностью. Огромное всем спасибо. Мы очень благодарны всем, кто принимал участие в подготовке этой машины. Огромное человеческое спасибо. Будем стараться вернуться домой с победой.
Ура! Самое главное, чтобы машина служила долго, верой и правдой. Вот именно так, как вот мы в нее честно вкладывали, я лично прикладывал усилия. Вот Миша здесь находится, кто тоже крутил болты, да, Максим, да. Его ребенок, то есть ты, вот, автосервис «Вектор» на Тихой 28, станица Анапская. Всем спасибо, ребята. Очередная мечта для наших солдат просто сбылась. Да, большое спасибо. Нашим усилиям и вашим же. От души. Большое спасибо. Давай, друзья, просто это рука занята. Внутри буханки у Акса здесь остается генератор от шахтеров Кузбасса. Мы сейчас выехать на бар с оппозиции не можем, они сами приедут, заберут, потому что у них там были прилеты, они сказали, пацаны, мы не хотим, чтобы рисковали своим здоровьем, мы заберем, снимем тебе видео, Юра, и вы все увидите. В общем, он тоже передается, ну и огромное количество посылок. И очень ждем, куда вы повесите телевизор, ребята, прям. Это прям вот... Постараемся снять это и как-нибудь, где выйдем, там Wi-Fi, то все будет, и обязательно отчитаемся, куда мы его повесили. От души. Поэтому... Дай Бог, чтобы все было хорошо. И скорее всего, мирного неба, ребят, вот этого от души желаю. Дорогие наши дети, огромное спасибо вам за письма, мы их обязательно прочитаем. Какой-то тени сожаления машинку передали, наоборот, с огромной радостью, что выполнили эту работу. Мои пацаны теперь будут иметь свое транспортное средство, чтобы выполнять свои задачи. Это очень важно. Спасибо еще раз от меня искренне шахтерам из Кузбасса. От души благодарим вас. Ну и всех людей, моих подписчиков, в том числе, кто причастен к реализации этого проекта. Первая машинка ушла, на втором мы едем и доставляем нашу помощь дальше ребятам. У нас немножко подводит, кстати, газовое оборудование, вот приходится переключаться. Надеюсь, что домой приедем, все настроим, и потом будет у нас еще лучше работать. Так, ребят, разгружают, последняя тачка, и они остаются, мы поехали дальше. С Лехой на пологе и так далее. Ребята уже, вывеска у них офигенная, стоимость бензы 95, 55, 50, 92, 51, 50, сингиметан 19, газ пропан 25, дизельное топливо евро 62 и дизельное опт 62. Тоже получаются такие ценники. Самое интересное, здесь возле каждой колонки стоит свой собственный заправляющий. И тут никаких ни чеков, ничего не дает, просто наличка, расчет. Так это и работает. Но это мы едем в трудовое, называется. Вообще просто огнище, а не дорога, по распутице. Хорошо, что машины все остальные уехали домой. Мне тут телефон невозможно держать. И такой дороги у нас 15 километров. Здесь гранитный карьер находится. Там работа кипит. Рацию технологичный транспорт. Белазы 150 метров. Белаз бы я посмотрел, конечно. Ради этого, может, и стоило бы даже заехать на карьер. Ладно, у нас дел еще целая куча. Не поедем. Одна из самых сложных доставок у меня за сегодня, это было вот именно к тебе. Представься, пожалуйста. Мы к тебе уже приезжали, привозили четко деньги родители, посмотрели, что можно что-то доставить, короче. И самый главный приз у нас зашел стиральная машинка. Это просто фантастика. Почему стиральная машинка? Тут нет ни у кого стиральной машинки постирать? Нет. И тут проблемы с водой. Ага. То есть вода в колодце. Тут раньше была, насколько понимаю, вода, насосы были, что-то такое у прежних хозяев. Но сейчас все это отключено, воды в доме нету. И как бы стиральные машинки тоже видно, то ли продали. Ну, видно было, она установлена, и как бы так нету. Все остальные просто как бы немного дальше живут, и там тоже стиральные машинки. Далековато добираться через пол поселка. Ну, вы сами понимаете. И ты еще заказать стиральную машинку просто из Анапы? Нет. Она, то, что большая, можно стирать спальники, можно постирать бушлаты. То есть просто бизнес. На таких не постираешь машинках. То есть даже не влазит. То есть она еще и большая машинка, то есть реально можно. Да, я собирал специально, чтобы была с большим объемом, чтобы можно было постирать. Так, ну, живой привет своим близким. Передаю привет, спасибо за посылки, за все передачки, спасибо. От души. Мы тебя желаем, то, чтобы у тебя все было хорошо и прекрасно. И всем дальневосточникам огромнейший привет. Вот, самое главное, от души. Привет. Мы думали, что все-таки мы сюда ехали 15 километров, была плохая дорога, но тут после вот заморозков, дождей, короче, вот эта дорога превратилась вот тоже в такую, хотя в прошлый раз мы здесь ехали, она была получше. То есть там 38 километров вот по такой дороге мы едем в сторону Верхового. Находимся очень-очень, так сказать, недалеко от точки соприкосновения, катаемся.
Вот Алексей заметил такую тему, которую я много раз рассказываю, как местные смотрят на всех тех, кто здесь приезжает. Вот прям задело то, что так, как сказать, с негодованием, ненавистью все это происходит. Чувствуется. Тут я просто охренел, короче. Сколько здесь ребята стояли, охраняли, и никого. Уже как-то грустненько, печальненько. Смотришь, сколько техники стоит, прям фантастика. И куда вот она направлена, нам туда ехать. Как вам такие варианты, ребятки? Эх, Господи, спаси и сохрани. Для тех, кто думает, что мы тут расслабляемся, нам ехать 23 километра вот по такой дороге. Ай, огнище, ах, ё. Вот так вот. Ребятки, это наши грады. Красавцы. Ночь, мы продолжаем искать гуманитарку. Местные жители тут, по-моему, явно что-то затевают. Ну, мы ищем, куда отдать, точнее, нашу гуманитарку. Только что тут подошли ребята, рэп поехали ставить куда-то там правильное место. В общем, веселяться. К воротам тут, короче, вот так вот висит. Это муляж, ребятки. Как они сказали, психологическая мина. Так, мы нашли бакс один, сейчас будем разгружаться. Здесь смотрим. Казан для ребят. Барс 1, барс 7. Так, забираем. Забирай просто, чтобы все отсмотрели. Так. Да. Вот она, вот она. Да? Вот. Да, это район. Района. Благовещенка вот стоит. Благовещенка вообще любимое место, я кайта. Я с вами черкесская. Это по пути, точно. От души. Машите ручки. Хотя вы что? Вот, прочитай, твоя? Ну, по этому Федору. Да, Есенин Александр. Держи, будь сфотографируй. От кого, скажи? Комментируй сам. От кого посылка? От жены, от детей. Скажи им привет огромный. Сентиментально. Я вижу, слезы потекли. Это гораздо круче, чем даже спасибо. И заканчиваем разгрузку. Практически все. Александр Анатольевич, здравствуйте. Привет вам. Скажи. Просто анапчане. Ждите нас, скоро вернемся с победой. От души. Девчонки, огромное спасибо вам за помощь, за то внимание, которое вы нам уделяете, уделили сейчас. Трогательно получить помощь вашу и выразить слова глубокого соболезнования по поводу гибели нашего боевого товарища Константина Пирогова. Сожалею, что эту информацию не довели вам раньше, до сведения. Причин называть не буду. Официальные лица ждут, когда об этом будет известно военкомату в городе Туапсе. Еще раз слова благодарности и соболезнования семье Константина Пирогова. Спасибо, девчонки. Скоро вернемся с победой домой. Как вас зовут? Меня зовут Дмитрий Подобно-Ишева. Я водитель медицинской службы. А откуда вообще сам? Донецком. Вот человек нам помогал найти непосредственно Артура, который мы, в принципе, нашли его подразделение, но он сейчас находится на передовой, и мы не будем передавать посылочки, потому что цель передать из рук в руки. Подсказал нам дорогу, за что ему огромное спасибо. Нам 4 часа сейчас по ночи надо будет мимо позиции Украины, так сказать, проехать. Это интересный будет экспириенс. И у меня есть письмецо от ребенка, который просил зачитать ее солдату. Пока мы ездим, есть возможность это сделаем. Дорогие воины, вы гордость страны России. Берегите себя от пуль и осколков. Жду вас с победой. Я Саша Чингин, внук полковника ВВС, ветерана боевых действий, Екатеринбург, детский сад номер 8. В общем, он очень просит вас возвращаться. Сделайте все, чтобы вернуться с победой. Обязательно вернемся, обязательно победим. Спасибо. Да. Мы двигаемся.
двигаться будем сейчас 179 километров, 3 часа 18 минут по передовой. То есть мы едем через пологи, один поворот в ночи не туда, и нам хана. Будем надеяться, что Бог с нами и нам повезет. Ну прям, по крайней мере, это очень сильно хочется. Ребят, говорят, налево поедешь, там фронт, направо не проедешь, там моста нету. Тебе надо ехать прямо, но там прилеты идут по пологам. Слышишь, как ду-дух-ду-дух, вот, может быть, тоже увидите, как сейчас зарево будет. Тебе надо очень, говорит, быстро ехать, чтобы выжить, братан. О, видели, что-то спалили тут в кустах. Короче, это пологи, ребята, летим по ним. Вот, ребята, под каким-то мостом проезжаем. Ну, входишь в танк, думаешь, блин, а что делать-то? Его нигде не объехать, видите, тут слева и справа звездец, а танк едет. Он чтоб назад не съехал на тебя, да? Танк стоит в кустах, другой танк отпускает, вообще прикольно, ребятки. Собака, куда мы приехали, а дальше там никого и нету-то, а? Вот это писец. Мне посоветовали, ребят, на Урал, сказали, тут хорошая дорога. Моментами так, что я даже думаю, что все, нам хана. Буханка — это топ машина, вот реально. Мы сейчас едем 2 километра, короче, по полю. По полюшку, по полю. Я, честно, в шоке сам. Никогда так я еще не ездил. Ничего как тут нету, короче. Только мы, свет-то чуть-чуть и поле. Надеюсь, что мы выживем. Вот так вот. Тут просто тупо лед. У нас заблокировался один из суппортов. Собака. Мы находимся где-то на передовой, ребятки. Те, именно кому приехали сейчас на позициях, но в соседнем, ну почти в соседнем доме, так нас примут, и мы сможем передать посылочки. Это самое, как говорится, главное, чтобы Рамзес зашел и забрал. Фиксация нужна. Так, как тебя звать? Передаем. Фильм. Фильм, 60-й дом. Степная. Так, передаем ему посылочки для Рамзеса. Где-то не видно. Посчитай просто, чтобы ты точно знал, чтобы не думал. Давай. И там письмо отжим. Давай. Проносится мимо. Танчики. Чат увидел, что ребята через Крымский мост не смогли проехать, и они сейчас ночуют в отеле. И тут я прям офигел, то есть пока у нас не было там, ну, меньше суток, точнее их не было, на Крымском мосту ФСБ выпустили приказ, и цельнометаллические газели не пускают больше через Крымский мост. Вот такие вот дела, ребятки. Ну а мы подходим сейчас к Мелитополю и будем уходить через Ростов. 626 километров до Анапы у нас с этой точки, 8 часов в пути. Время прибытия в 12 часов дня завтра. Охренеть просто. Огромное количество фур в Мелитополе и на ночевке заходят в город. То есть опять в полной мере заработал сухопутный коридор, и я так представляю себе, что нас ждет впереди на пропуске. Ну, крестим пальчики, надеемся, что все будет хорошо. Так, друзья, мы прошли границу, двигаемся в сторону дома. Это была очень тяжелая поездка. Я хочу выразить семье Николая глубочайшие соболезнования. То, как мне это там преподносили, это было просто жесть. Я не верил до последнего, сопротивлялся, говорил, что, может быть, не тот человек, не о том мы говорим. Потому что были координаты указаны мне другие, я на них, на Барс, вышел совершенно случайно. Мне просто на посту сказали, что они там есть. Оказались те ребята. К большому сожалению, происходят такие вот невосполнимые утраты. Царствие небесное, спасибо за службу. Еще раз мои искренние соболезнования.
ребята наши, которые поехали уже на Крымский мост, там застряли. И только сегодня в 6 утра они вернулись домой. Потому что там был указ с крымской стороны именно не выпускать вообще цельнометаллические газели. Знаете, вроде бы столько хорошего всего там успели сделать, какие-то дела получилось там ребятам передать кое-что. Из-за того, что произошли события, и вот трагически, довольно-таки сложно все вот это переживать и принимать к сердцу своему, так сказать, уход людей, особенно тех, на кого надеются, огромное количество людей там вдвойне тяжелее. Хотелось бы, чтобы такое происходило, но вы должны понимать, что это война.